Юбилей ювелира. Именно эта пьеса была выбрана Олегом Табаковым для постановки к своему 80-летию. Новый спектакль «Наш земляк» привез на суд саратовских зрителей. Премьера постановки уже прошла в Москве. По заверениям мэтра, все новые спектакли он сразу же показывает и в родном городе, считая саратовского зрителя одним из лучших критиков своего творчества. Пьеса «Юбилей ювелира» – история человека преклонного возраста. Главный герой очень стар и умирает на глазах у публики на протяжении всего спектакля. Врачи обещают ему от 2 недель до нескольких месяцев. Этот срок устраивает героя, ведь ему важно дожить до юбилея. По словам Олега Табакова, выходу постановки предшествовала огромная подготовительная работа. Обычно юбилей, он составляется из каких-то, так сказать, большей частью торжественно-костюмно-комических представлений. Ну, как-то... То, что я умею это делать, я знаю. Хотелось поделиться с вами, может, кто из вас пользу для этого извлечет для себя. Новый спектакль Олега Табакова «Юбилей ювелира» саратовские зрители увидят 18 и 19 ноября на сцене Театра драмы.